где пополнить Амазовый Free Fire, сайт donato.net тебе в этом поможет. Здесь ты можешь приобрести любое количество алмазов по самым низким ценам. Алмазы приходят максимально быстро, и не нужно ждать часами, чтобы вам пришли алмазы на аккаунт. Помимо Free Fire, вы также можете донатить и в другие игры. Забудьте про передачу аккаунта, все пополнения только по ID или UID. Также вы можете пополнить баланс Steam или PlayStation. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Донатить в игры снова просто, ведь с donato.net донат есть. Ссылка в описании. Раз, всех присутствует дома, всем ассаламу алейкум, добро пожаловать всем на стрим. Рад вас всех видеть, как ваши дела, вообще, повышение движения сердца, видео, пустое давление, напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно. Сегодня у нас игра с подписчиками, игра у нас будет сегодня, я думаю, по код команде сделаем игру. Да вы достали, зажимщики! Хватит зажимать, играйте на красоту! Уроды! Сегодня, конечно, будем по код команде играть. Я буду открывать код команды, будете залетать. Сегодня будем с подписчиками играть. Будет очень интересный контент. Контент. Вот меня зажал козёл. Это козёл или козёль? Это козёль, скорее всего. У меня нету ничего. Вак в чате! Вак! Просто вак в чате. Ошалеть. Как я выжил? Как? Просто ничего не было. Как я выжил? Я думал, все уже. Я не знаю, как я, субханала, как я выжил. На стриле, как у тебя за битбой? Нормально, бомба, четко. Сегодня будем с подписчиками играть. Будем код команды создавать. Будем контент делать. Да. Фак или вак? Вак. Вак это типа забанил, отправил его в бан, бля. Просто на тот свет отправил, салам алейкум. Просто отправил ему, бля, его, бля. Free Fire, если идол сам видел, разберись, эти помогут доказать. Да, это давнишняя тема, это не идол, братан. И если даже, если реально были бы идол, у нас бы был бы там ивенты и так далее, в котором бы говорили, типа, вот там, как в PUBG было же, там, у них был ивент, в котором нужно поклониться какому-то, какой-то статуе, чтобы... Тебе дали какие-то этот. Вот так вот это можно сказать, да. А тут то, что ты говоришь, это. Ну, это. Как он называется? Отображение вот это. Отзеркаливание. Это отзеркаливание, брат, ты перепутаешь. Мы это уже давно обсудили, давно уже закрыли этот вопрос. Каджишка делаешь? Не, никакой каджишка, а замчик делаешь, надо говорить. А замчик делаешь? Не, ну я сделал, жестко сделал. Очень жестко сделал. Реально круто было, не? Блин, ну с нулем ничего нету, бах, одного. Я два раза должен был умереть, два раза. Но нет, хвала Всевышнему, я затащил в этой ситуации. Всех приветствую. Брат, убей донаты в другую сторону. Донаты в другую сторону. А что, у меня слишком большие, что ли? А, или типа,
Давай сюда уберу. Я не знаю, просто я не видел. Кто им задонатил? Знаю, где донат. Я просто не знаю, где они. Все, сейчас, секунду. У тебя что с вебкой? А, вебкой? Вебкой нормально все, друзья мои. У меня же нормально. Вебкой. Как правильно будет? Вебкой или вебкой? Вебкой. Почему вебкой я прочитал? Азамчик делаешь? О, вот это уже другое дело. Азамчик делаешь? А сейчас посмотрю, где у нас. А вот, все, вот здесь оставил донат. Чуть вот здесь буду. Озеро покажи по-братски. Да нет у меня озера, я уже волосатый. Какой пентакил, блин? Я им в голову дал, какое тело? Я же ему в голову все дал. Что за пентамента, блин? А мини михерента. Опа. Радуной. Зачем? Ну зачем, брат? Брат-то чё? Я его положу, но он поднимается. Но у меня стенки закончились, я не знаю смысл. Смысл тут бодаться я не вижу. У меня одна стенка есть, только всего лишь одна есть. Я вообще не понял, что этот парень пытался сделать. Я реально не понял. Но это было мне к руку. На руку. Это было круто, это было круто. Это было четко, жесть. Я тебе говорю, Ацако, ты капитольный красавчик. Я тебе говорю то, что ты так сделал, блин. У меня хорошая рандомка. Тут челик. Что он делает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, это выкинь, это поставь, это выкинь. Газуй, 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 газуй. Друзья мои, поставьте лайк, почти гол 1000 лайков. Передаю привет Салижонову Билову. Билову Салижонов, салам алейкум. Тут еще один челик есть. Есть место в друзьях? Конечно, место в друзьях, 300 рублей добавляйте, друзья. Ну что, лысый, плаки-плаки или нормалдаки? Нормалдаки. Сейчас в зону зайдем. Нормально, 8 киллов есть, отлично, отлично. А подожди, что я делаю? Там же чел был. Зачем? Зачем я сюда иду? Надо к челику идти, надо файтиться, надо... Зад, зурд, зад. Вот здесь же чел был где-то. На на настроение, да та та на 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 та 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 на 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 на. Почему же вы двое в меня стреляете? Вы чё двое? Тимитесь против меня, я же вам жопу порву. Вы чё вообще охренели?
стримиться вдвоем. Я тебе голову дал, второму тоже дам. А понял, там вдвоем стреляют. Вы что, гор гоните, что ли, пацаны? Что за прикол, блин? Почему все, блин, в меня стреляют? Эти двое в меня стреляют, эти двое в меня стреляют. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я понять не могу. Еще этот стреляет, вы что? Не, это что, это вы что, гоните? Не, уже вы что, конкретно гоните? Это что за приколы? Три, четыре челика и все в меня стреляют. Вы что, угораете? Это что за бред? Что, вообще охренели, блин, щенки, блин. Не, вы что, угораете? Это что, прикол, что ли? Почему все в меня стреляют? Я не понимаю, почему все в меня стреляют? Блин, как ты достал? Как вы достали? Мое тело бедное. Блин, я не хочу тут. Мое тело, посмотрите на мое тело. Я мое тело изнасиловал. Изнасиловал. Посмотрите, что он сделал. Давай, поставьте лайк, подпишитесь на канал. А когда не поддерживали? Арсон, о, Арсон! Кому нужен монтажер, пишите. Все понял. А где второй? Ну, смотри, меня байтит, смотри. Меня байтит научился. Ты чё, ты кого байтишь? Дурак, что ли? Ты кого байтишь? А, давай, давай, выйди, забайт меня. Байт меня. Давай, байт меня, ты же байтишь. Май, я тебя байчу. Давай, кто кого перебайтит. Давай. Давай. Я не знаю, зачем я эти вещи кидаю.
Да почему у тебя не летит, братишка? Он не летит, братишка, в тебя. А вот летит. Он какой-то нелетающий был. Я не знаю, он какой-то нелетающий. Ты давай поставь лайк, подпишись на канал. Всем ассалам алейкум, добро пожаловать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тех всем удачи и всем пока-пока.